Green Tea TV представляет! Привет, меня зовут Кит. И сегодня у меня для вас небольшой видеоурок. Не уверен, в курсе ли вы или нет, но Корея — страна, в которой очень заботятся о своем имидже. Но есть кое-что более важное для большинства корейцев. Это рост. Девчонки! Девчонки, у вас фантастическая возможность, одобренная обществом. Это возможность ходить на высоких каблуках, а я не могу. Не могу, мужчина не может. Это неприемлемо в обществе, но Корея нашла решение для мужчин, бросающих вызов. Это не так важно, правильно? Никто особо не переживает и не страдает, но для тех, кому все-таки это нужно, Корея нашла решение, которое называется кальчан. Кальчан, первая часть этого слова «каль», означает что-то вроде размещения, а чан — это платформа, так что вот это платформа. Итак, все, что нужно сделать, поместить это в вашу обувь. И вы станете выше. Выше? Позвольте мне все вам показать. Так, в общем, вот это и есть кальчан, который вы помещаете в обувь. А еще кое-что, у них есть замечательный воздушный пузырь. Что-то вроде щели с воздухом. Это примерно 41 размер. Я сейчас положу в обувь, чтобы проверить их. Проверим их в действии. Ну что ж, посмотрим, что будет. Вот мои кроссовки. Подношу к ним кальчан. А сейчас я размещу его внутри. Посмотрим, что произойдет. Господи, как-то слишком тесно. Ну надо же. В общем, вроде бы нормально. Ничего такого, чтобы... Каблук вовсе не чувствуется, действительно удобно с воздушным пузырем. Посмотрим, что там с моим ростом. Я пошел. Та-дам! Не знаю, насколько я выше, но я точно могу сказать, что теперь у меня есть кальчан. Высокие каблуки для мужчин. Уверяю, что это очень удобно. Не мешает ходить. Воздушные пузыри просто классные. А теперь посмотрим разницу. Начали. Теперь так. Отлично, парни. Если вам нужны высокие каблуки, и вы хотите, чтобы никто об этом не узнал, идите за кальчаном. Думаю, вы можете купить их где-нибудь на улице. На улице очень много мест, где продается всякая мелочевка. Уверен, что там вы их найдете. Итак, ребята, надеюсь, вам понравилось. Не судите строго. Озвучено специально для Green Tea TV. Меня зовут Кит, еще увидимся.